Если топливная коррекция по абсолютной величине до 15%, это уже конкретная проблема, которую ощущает клиент. Это достаточно хорошо увеличенный расход, это неустойчивый, неубедительный, я даже сказал, неубедительный холостой ход. Вот прямо сейчас это происходит на этом, чувствуется на этом автомобиле. И, но с этим как бы можно еще жить, хотя уже давно пора на СТО и ремонтироваться. Если эта топливная коррекция 20% и выше, это порог для включения индикатора с соответствующими кодами неисправности. P971, P972 и так далее и тому подобное, связанное с коррекцией топлива. Если она больше 20%, это уже, ну, дальше идти некуда, как говорится, кроме того, что точно на СТО.